Друзья, данный видеоролик несет исключительно информационно-познавательный характер и ни в коем случае не призывает вас к финансовым операциям. Любые инвестиции в интернете могут привести к потере ваших средств безвозвратно. Помните о рисках, играйте только свободными средствами, которые не жаль потерять. Друзья, вы находитесь на информационно-познавательном канале «Зарабатываем вместе». И специально для тех, кто хочет узнать, где и как можно подзаработать немного денег, я сделаю небольшой видеообзор данного проекта. Хочу напомнить, что каждый проект – это как лотерея, рыбалка или охота. Мы покупаем инструмент и пробуем словить удачу, каждый раз с уверенностью, что она на нашей стороне. Ссылку для регистрации на проект вы найдете ниже под видео, а также ссылку на мой телеграм-канал и чат, где о всех проектах вы будете узнавать немного раньше. Итак, друзья, хочу вам представить очередной проект, называется Phoenix. Проект имеет полностью, мне так кажется, партизанский маркетинг, потому как сейчас мы разберем, что он предлагает и как. Начнем с лицевой странички его. Вот, все очень простенько, оригинально, но со вкусом. Я такие проекты люблю, то есть ничего лишнего. Смотрите, давайте так, по порядку. Вот мы видим, он предлагает, вот оценочная доходность есть 10% на 10 дней. Поняли? То есть, соответственно, он нам предлагает 1% ежедневно. На протяжении у него один единственный план 10 дней. То есть на протяжении 10 дней будем зарабатывать по 1%. Реинвеста здесь нет. Надо будет выводить средства и заводить. Комиссии на вывод нет. Дальше смотрим. Ну, здесь все рассказывается про компанию, что она предлагает и все такое. Вот, ничего особого нет. Как работать, формирование портфеля, кто они, что они и все такое. Короче, это просмотрите сами. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем вот такие вот показатели. Видите, здесь сколько активов есть в криптовалюте, сколько есть инвесторов, сейчас оно доберется до конца, и сколько всего есть инвестиций в переводе на доллары и отдельно криптовалюта. Сам проект начал свою работу 8 числа, 8 января 2021 года. На сегодняшний день 18 января 2021 года. Он 2021 года, он работает 10 дней. То есть я в проекте нахожусь 5 дней, наблюдал за ним 5 дней, думал, заходить или нет, потому что в портфеле много партизанчиков, но все отлично, все, администрация любезно общается, то есть по разговору админ грамотный, знает свое дело, знает, что делает, в принципе, все было бы нормально, только вот вначале меня испугала трехуровневая реферальная программа. И самое большое, что можно вести ужас, это 8% реферальный. Но потом, если так сравнить с другими там партизанами или хайпами, просто, скажем так, 8% за реферала разбить на 10 дней, и по итогу получится там вдобавок к вашему заработку, кто отдает половину, кто чуть больше, по факту это получится не более 1,5% в день. То есть как бы довольно-таки неплохой процент, довольно-таки рабочий, тем более для такого проекта, который имеет один план, низкий порог входа, всего лишь $10. Я считаю, проект рабочий и план довольно-таки рабочий. Есть документы, кто может проверить, я проверял. Скажу вам, что сама компания зарегистрирована 6 декабря, то есть документы такие вот интересные, но я отношусь к нему как к обычному хайпу пока. Принимает платежек очень много. Сейчас мы перейдем в личный кабинет, там вы все увидите. Платежек очень много. Итак, друзья, что нужно знать? Мы сделаем видео, чем можно короче. Главное, это все то, что мы здесь были практически. О компании прочитаете сами. В новостях недавние новости были, что уже принимают платежку с карт, то есть Украины, Visa карт. Карт России, там MasterCard и Visa карт, и по-моему, что скоро добавятся валютные карты. Обязательно перейдите вот этот раздел, я его называю FAQ, хотя по сути это FAQ раздел, здесь вопросы, все вопросы и ответы. В общем, здесь вот это вот надо ознакомливаться. Все, давайте перейдем, здесь вот регистрацию сделайте, она мне не нужна, потому что я уже зарегистрированный, перейдем непосредственно в мой кабинет. И вот, пожалуйста, смотрите, со старта, кабинет.
И мы видим, ну, у меня на счету есть доллар 70, попробуем их вывести. Вывод тут от 0,5 цента. Но в принципе, смотрите, то, что я хотел показать. Смотрите, сколько платежных систем. Очень много, то есть почти вся криптовалюта, ну и включая фиат, это Perfect Money. У них есть свой обменник. В обменник зайдете, посмотрите, здесь ничего сложного нет. Значит, давайте пройдемся по кнопочкам раздела. Инвестиции. Здесь вам надо будет инвестировать. Нажмете, заведете деньги через какую платежку захотите и полный вперед. Кошелечек. Это нужно, когда будет запросить выплату или посмотреть историю выплаты и начисления. Обменник. Только что я вам сказал. Операции. Это все начисления и все ваши полностью операции с вашими финансами. Партнерская программа. Ваши партнеры, рекламные баннеры, если кто-то будет закидывать там на серфы, то есть делать рекламу данного проекта. Это все ознакомьте сами, я сюда не перехожу. Настройки. В настройках вам надо будет прописать свой кошелек непосредственно, под какими платежными системами вы будете вводить или вы будете уверены, что с них будут заходить ваши партнеры. Вот и в принципе все. Вот такой вот нехитренький проект, который предлагает, еще раз повторю, зарабатывать нам 10% на протяжении 10 дней. Не рабочих дней, а вообще 10 дней. Реинвестов нет, нужно каждый раз будет вводить и выводить средства. Я считаю, это не хлопотно, главное, чтобы это было безопасно. Далее здесь есть еще вот сверху, вы спросите, что это такое. Это, давайте нажмем, это ссылочка на Telegram, вот, ну, Telegram чат. Возьмете, зарегистрируйтесь, будете в чате. Так, ну и в принципе, здесь у нас выход, здесь ваши сообщения. И здесь ваше сообщение, по-моему. Я не помню, не буду нажимать, потому что это все будет долго. Вот, ребятки, и все. Довольно-таки, еще раз повторюсь, хороший перспективный проект. Ну и давайте с вами попробуем сделать вывод. У меня доступных средств есть $70. Так, перейдем в кошелечек. Сделаем запросить выплату. Perfect Money есть. Я выбираю напротив него запросить. Вот такая вот нехитрая табличка. Мы здесь вводим цифру, которая у меня есть. Все вводим через точечку. И делаем подтвердить заявочку. Все, операция выполнена. Наша заявка на вывод средств успешно оформлена. Теперь я ее закрываю и подождем. Ну и вот, друзья, в принципе, прилетела моя выплатка. Давайте я перегружу страничку, сейчас мы посмотрим здесь. Вот, видите, здесь написано, что денег у меня уже на перфекте нет. А вот и наша выплатка. Вот прилетела. Буквально я подождал, ну, чтоб не соврать, минутки 3. И все прилетело как часики. Все, друзья, на этом буду заканчивать видео, потому как более снимать нечего. Здесь просто нужно зарабатывать. Проект свежий, проект платит с грамотной подготовкой. Друзья, данный видеоролик несет исключительно информационно-познавательный характер и ни в коем случае не призывает вас к финансовым операциям. Любые инвестиции в интернете могут привести к потере ваших средств безвозвратно. Помните о рисках, играйте только свободными средствами, которые не жаль потерять.